Спорткомплекс «Родина» – один из легендарных спортивных объектов в Химках. Из его стен вышло немало знаменитых спортсменов. Здание 1982 года постройки со временем морально и технически устарело. Потребовалась его реконструкция. С такой инициативой выступили горожане, для которых важно не только сохранить любимый спорткомплекс, но и сделать его более современным и комфортным для спортсменов. Сейчас здесь идет реконструкция. На сегодняшний день у нас проведен полный демонтаж, закончены демонтаж кровли, закончен демонтаж всех вентиляционных систем и инженерной инфраструктуры. При проектировке учитывали инициативы жителей, которые они выдвигали в рамках движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Проект реконструкции «Родины» активно поддерживала муниципальный депутат Ирина Беляева. Предложение горожан поддерживал глава городского округа Дмитрий Волошин и губернатор региона Андрей Воробьев. Комиссия в составе представителей администрации и председателя Совета депутатов Сергея Малиновского оценила ход ремонтных работ. Строительная готовность самого проекта составляет 23%, что тоже показывает о том, что работы ведутся согласно утвержденного графика, потому что для нас очень важно соблюдение сроков, ну и, конечно же, качество выполнения работ, потому что многие химчане ждут с нетерпением, когда можно будет пользоваться уже услугами этого спортивного комплекса. Впереди строителям предстоит провести большой комплекс работ. В новом здании изменится планировка помещений. Станет удобнее как для тех, кто занимается спортом, так и для ожидающих. Отметилось то, что в процессе реконструкции у нас не пострадают наши зеленые насаждения и деревья, которые исторически, наверное, вместе с созданием этого спорткомплекса росли. И это тоже очень важно, что будут организованы парковочные места, велопарковки будут сделаны, будет колясочные, будет очень удобная входная группа просторная. До закрытия на реконструкцию в спорткомплексе «Родина» работали секции плавания, современного пятиборья, художественной гимнастики, спортивной аэробики, мини-футбола, самбо, теннис и другие. На время проведения ремонтных работ спортивные занятия переведены в «Фокноватор», который был открыт в Химках в начале 2021 года. Закончить реконструкцию СК «Родина» планируют в конце этого года, и спортсмены вернутся в обновленный и современный спорткомплекс.